девушку Аню. Мы с ней родственные души. Никто меня не понимает лучше, чем она меня. Моя бабушка энергичная, жизнерадостная, спокойная. Я свои секреты могу доверить только ей. Родители говорят, что у меня сложный характер, а она говорит, что ко мне нужен подход. Я жду, поскорее бы были выходные, я ее жду в гости. Будем разговаривать, играть. Привет, привет, пап! Привет, мой золотой. Как дела? Хорошо. Пошли играть? Пойдем. Наша любимая игра с бабаней докторов. Моя баба Аня всю жизнь проработала старшей медсестрой в поликлинике. Я знаю о докторах не понаслышке. Баб, давай играть? Давай. Так, Артем Сергеевич, кто у нас следующий? Следующий у нас Дима Демидов. Ему 7 лет. Здравствуй, Дима. Здравствуйте. Что случилось? Я хочу сделать прививку от гриппа. Хорошо, сейчас тебе медсестра сделает прививку, а я заполню пока твою карточку. Все? Все. Спасибо. До свидания, Дима. До свидания. Можем поиграть в шахматы, в шашки. Карты, настольные игры. Мы с бабами лучшие друзья. Мы друг другу можем прийти на помощь. И даже не расстаемся. Совсем недавно моя бабушка Аня заболела. Мне было очень грустно. Самое мое заветное желание, чтобы мои бабушки никогда не болели.